Новый детский сад в Похвистнево построили по нацпроекту «Демография». Здание рассчитано на 150 человек и позволит полностью решить проблему очередности. Все, и ясельную, и ясельную снимаем тоже. Участники Совета муниципальных образований региона осмотрели отремонтированное здание еще одного детского сада, а также побывали на стройплощадке нового современного спорткомплекса. Горжусь своими коллегами и, конечно, за людей рада. Очень хочу, чтобы в каждом городе, в каждом муниципальном образовании Самарской области такие объекты появлялись. Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» создана в 2006 году. В нее входят все муниципальные образования региона. Главы городов и районов проводят выездные совещания. И на примере своих муниципалитетов рассказывают об удачных проектах, которые реализуются во взаимодействии с жителями. Так, в Похвистнево по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» за год обновили более 70 дворов и 7 общественных пространств. Также в городе идет работа местных властей по взаимодействию с населением. Созданы 9 ТОСов. Ежегодно проводятся конкурсы «Цветущий город» и «Лучшее новогоднее оформление», которые помогают объединить горожан и сделать улицы еще более красивыми. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.